Эти ребята точно знают, как считать свои деньги, защитить себя от мошенников, копить сбережения и что такое инвестиции. Студенты разных колледжей Краснодарского края объединились в команды, чтобы показать свою финансовую грамотность. Олимпиада проводится на площадке Сочинского государственного университета второй год. Роль университета – это образовательная роль. То есть мы, основная цель вообще Олимпиады заключается в том, чтобы повысить финансовую грамотность студентов, причем не профильных, не экономических направлений специальности подготовки, и, соответственно, повысить собственную безопасность финансовую студентов, повысить интерес молодежи к этим вопросам. Олимпиада по финансовой грамотности входит в федеральный проект и краевую программу социально-экономического развития Краснодарского края. Сегодня свои знания демонстрировали студенты колледжей края. Они отвечали на вопросы тестов и участвовали в квестах, а оценивали их представители крупнейших банков России и Министерства экономики Краснодарского края. Молодежь – это наша основная категория, которую нужно готовить к жизни и которые должны пользоваться услугами. Если касаться вузов, то на сегодняшний день у нас в Краснодарском крае уже часть вузов и часть СУЗов пришли на проект совместно с кредитными организациями, так называемый кампусный проект. То есть тогда, когда карта уже играет роль не только платежного инструмента, она играет роль уже там, пропуска, да, в здание, там, в библиотеку, дополнительные сервисы. И сегодня учить этому необходимо обязательно. Конверты с заданиями в следующий раз в этих кабинетах будут открывать 25 октября. Свои знания в области финансов продемонстрируют студенты высших учебных заведений Краснодарского края. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.